Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Романа, и сегодня мы будем ролить опять же под коллекционера, который вышел день обновы. Он меня не радует, я уже перероил не один арк, и, честно говоря, не особо мне нравится рандомчик на дроп героев на английском сервере. Вот такой вот у нас коллекционер, где можно получить довольно-таки неплохие плюшки. Так, ник у нас аннигилятор, аккаунт бездонатный. Вот так вот. Такс. Поехали посмотрим, чего ему не хватает для полного счастья. Такс, Бигфут, Анубис, Афина, Рибит, Асура, Сердцеедки даже нету, Махатма. И рогатка, вот так вот. Такой вот аккаунт у нас. Интересно. Находится в гильдии Гринерс. Apply Online App, то Wardrun, Trackball. В общем, ничего не понятно. Кидайте заявочки, вступайте. Первые, третьи места. Битва гильдии, атака фортов. Так, смотрим, что у него тут по аккаунту интересного. Тыковка топ. Интересные на сборочке. Старенький бог войны, бас, стойкость. Ну, в принципе, как вариант, почему бы и нет. Ну, отлично. Хороший аккаунт. Как для бездоната, я вам скажу, очень и очень даже ничего. Рон топовый. В общем, для игры практически все есть. Так, кроме недостающих героев. Ну, поехали. И сразу же нам падает варлок. Ну, это все хорошо, но нам... Вот, пожалуйста, поздравляю. Сразу же недостающий герой. Асурик. Отлично. Вот это радует. Сразу же рогатка недостающая. Вот это да. Вот это огонь. С вас, ребята, по лайку. Индикейн. Это немножко не то, что нам надо. Еще одна кенди. Хоть что-то падает, ребята. Третий недостающий герой. Огонь просто. Давайте до 30к, снова Зила. Еще бы нового героя выбить. И жизнь удалась. Так, бог Рома. Что-то нереальное творится на этом аккаунте. Паладин, пожалуйста, плюс 200. Фух. Так, а ну-ка посмотрим, что нам осталось выбить. Так, Махатма нужна, Сердцеедка нужна, Афина и Анубис с Бигфутом. Ну, в принципе, не так уж и много, по сути. Ну, три недостающих уже есть, чем поздравляю. Это очень и очень даже ничего. Так, отлично. Ну, Кенди Кейн ему падает очень и очень часто. Ну давай, рандомчик. 10к никуда. Непонятно, я не знаю, смотрю этот рандом здесь на этом сервере, просто жесть какая-то, настолько не прет, то бывает падает, как видите, начало поперло, дальше нас просто ушатали.
Так, поехали. Поехали дальше. Вот, ребятушки, вам рейды. Ну что, поздравляю. Единственный аккаунт на сегодня, на котором я смог выбить нового недостающего героя. Блин, круто. Ну что, видите, все-таки бывают чудеса. Четвертый недостающий герой, ребят, это реально на сегодня самый топовый коллекционер, потому что мы практически собрали все. Нам осталось только выбить... Ну, слизни я не знаю, или мы добьем. Но осталось только выбить Бигфута. Ой, говорю Бигфута. Ну, Бигфута тоже. Повелителя бури для полного счастья. Хоть бери, блин, и роль после полуночи, все. Отлично. Ну, тут я уже спокоен, что хоть как-то мы черную полосу разбили и... Нормально что-то выбили. Дракос нам упал, ниндзя. Ну блин, Бига неплохо было бы, либо Анубиса еще для полного счастья. А Махатма, это тоже круто, ребят. Ну что, Ром, поздравляю у тебя. Теперь пятый недостающий герой за 40 тысяч. Просто огонь. Вот это топовый ролик получился. Да уж, рандом, конечно, удивляет. Ну, посмотрите, как начало P2. Просто жесть, как сыпет. Ну чё, 5 имбогероев выбили. Закашлялся, бедный. Так, ну что, кого откроем? Кого откроем? Ну, я думаю, откроем Махатму. О, новую имбу однозначно откроем. И Махатму откроем. Остальных он уже сам пооткрывает, посливает ниндзика. Так, идем заберем плюшки. Ну, даже слизни собрали, ничего себе. Может, отсюда Анубиса вытащим, если повезет. Да, 100к кулаков, это отличный подгончик. Так, не хватает нам места, пишут. Ну, давайте так, сумочку Огника откроем. Плюс один Огнекрыл у него. Ну, такое себе. Так, ну-ка, бум, Ронин и Рину, ну, в принципе, неплохо, кстати, новый сайтик у него будет, отлично, поздравляю. А, это обычные сумочки, что-то подумал, что это сумочки с новым питомцем. Ну что, 100 книг, 100к кулаков, новый сайтик, новый герой, 4 недостающих, кроме нового, по сути, 5 недостающих героев. Я считаю, что ролик на 46к это просто эпик на английском серваке, который мы себе могли позволить. Поэтому, ребятушки, с вас по лайку. Это жесть. Да, отлично. Это радует, когда именно такие роллинги. Они, блин, ролишь там кучу самого, не падает вообще нифига. Ну, вот 100 книг еще дали даже. Так, что там у них по талантам выпало? Махатма такая, ну, тут такой талантик. Коробок у него нету. О, зато он сможет себе прокачать их. Так, что у нас у него пройдено? Ну, у него все 840. Ну, в принципе, видите, без Анубиса даже прошел. Фига себе, без Анубиса даже прошел. Красавчик. Аджай. В принципе, неплохо. Вот такой вот, ребят, был у нас коллекционер последний. Блин, офигенный роллинг на сегодня получился. Поздравляю. Лепим лайки. Все, всем удачи, всем пока. Побежал я спать.